Делегаты 75 первичных отделений «Единой России» в Анапе собрались на 22-й внутрипартийной конференции, чтобы общим решением внести изменения в состав политсовета. Тайным голосованием единороссы избрали нового секретаря анапского местного отделения. Им стал глава города-курорта Юрий Поляков. Его заместителем по партийной работе избран вице-мэр Валерий Королев. При рассмотрении третьего вопроса повестки дня анапские единороссы определились со списком делегатов на 29-ю конференцию Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в краевой столице 7 декабря.